Доброго времени суток. По многочисленной просьбе одного нашего зрителя мы тестируем легендарный напиток, который, кстати, сменил название. И теперь он называется Джега 20. Почему оно так? Сейчас объясню. Джагила. Теперь вы поняли, откуда взялось такое упрощенное название. Ну что ж, как думаешь, Джон, протестируешь напиточек? Ну, могу попробовать, но я не думаю, что я в таком не особо разбираюсь. Ну, знаешь, тут особо разбираться и не надо, как говорится. Знаешь, не нужно же быть автомехаником, чтобы понимать, что у большинства машин 4 колеса. Вот, заворачиваю ключ. Да, едем мы в электричке Т2М по маршруту Малавиша-Раковка. Ну что, пробуй. Как тебе он? Да нормально, как и в предыдущем исполнении. Особо разницы во вкусах. А какой вкус замечаешь? Какой-то как будто ягодный, что ли. Ягодный? А там вот нету такого, вот как знаешь, просто по Шекспиру, что настолько сладок, что наконец и гадок. Сладковато, да. Но не так, что гадок. А, понятно. Ну что ж, теперь пробую я. Ну что ж. В принципе, по-моему, вкус нормальный. Он даже несколько лучше того, что был раньше. Потому что раньше там прямо вот было по Шекспиру, то сейчас уже, в принципе, совсем не по Шекспиру. Теперь уже куда более нормально. Ты бы купил бы себе снова? Я? Да. Не, я таким не увлекаюсь. Только если угощают. А, понятно. Но я бы, ты знаешь, все-таки предпочел бы, наверное, какого-то конкурента. Благо, конкуренты у них есть. Ну что ж, огромное спасибо всем за просмотры. Ставьте лайки, пишите комментарии. А если уж очень понравилось видео, то посмотрели сами, передавайте другим. До новых встреч!